Легкий ручной пулемет Дегтярева образца 1944 года, РПД-44, тоже он создавался под промежуточный патрон 7,62х39, как автомат Калашникова и карабин СКС, но примерно в одно время с тем же СКСом. В принципе, это был по тем временам довольно неплохой пулемет, концептуальный предок современных популярных мини-легких пулеметов под автоматный патрон с ленточным питанием, как вот американо-бельгийский FN Mini-Me, израильский Негев и им подобное. Довольно неплохая тоже для своего времени машина. Снаряжался вот короб лентой на 100 патронов промежуточных. С собой пулеметчик 1-2 короба еще таких носил в запасе. Вот, по массе он был гораздо легче, чем ручные пулеметы. Вот тут винтовочный патрон периода Великой Отечественной войны. Вот, ну, в принципе, довольно неплохая вещь. Но он был тоже заменен в начале 60-х годов на ручной пулемет Калашникова РПК, который имел одно прямое, единственное перед ним преимущество, то, что РПК был унифицирован с автоматом по производственным соображениям. Как пулемет, РПД все-таки был несколько лучше именно, чем РПК. Но, опять же, наши китайские товарищи его очень долго выпускали и чуть ли не до сих пор выпускают. И по миру вот эти пулеметы РПД до сих пор в больших количествах, в горячих точках они бродят. Вьетнамская война, Афган, бывшая Югославия, ну и современные различные локальные конфликты. Везде вот старый добрый этот пулемет еще воюет. Как заряжается? Заряжается лентой. То есть взводится пулемет, проталкивается в приемник лента, если она не полная. Вот. Не буду делать. И закрывается крышка. Если лента полная и имеет наконечник, то достаточно просто продернуть наконечник через окно, не открывая крышку. А как снаряжается барабан? Барабан снаряжается, там на самом деле ничего сложного нету. Это не барабан, это просто консервная банка. Сейчас я ее сниму. Это просто пустая внутри консервная банка, коробка. Берется лента, берутся патроны. Солдат вручную набивает гнезда ленты патронами. Дальше лента скручивается в рулончик. Ну, здесь специально такой фрагмент ленты с макетными патронами. Скручивается вот лента на 100 патронов в рулончик, укладывается в коробку и конец ленты. А, то есть тут вообще выпускает. Никакой системы там нет? Там никакой системы нету. Это просто консервная банка, где лежит лента со сотней патронов. Вся система передвижения ленты, она находится непосредственно на пулемете. Даже можно открыть. Система подачи ленты находится вот в этой крышке ствольной коробки. И вот это вот рычажная система и ползунок вот с захватами пальцами, который перемещает ленту. Вот в этом вот криволинейном пазу ходит ролик затворной рамы. Соответственно, при ее возвратно-поступательном движении будет качаться вот этот большой рычаг и обеспечивать или захват очередного патрона, холостой ход, или рабочий ход под тех ленты. До появления РПК это был штатный вот ручной пулемет, имевшийся в каждом пехотном отделении советской армии. Угу. А сошки неотъемные? Так? Сошки неотъемные, да. Сейчас они вот разложены в походном положении, они складываются и фиксируются вот такой вот пружинной застежкой. Вес? Вес небольшой, где-то меньше 9 килограмм, вот, что порядком, конечно, меньше, чем вот 10-12 и более килограмм, что ручные пулеметы вот, до войны. Соответственно, вот на кронштейн надвигается короб с заряженной лентой. Сейчас лента ускакала. Ну, что делаешь, не такими богатые люди, нет у меня сотни учебных патронов, поэтому только вот такой хвост. А сколько такой пулемет сейчас стоит вообще? Вот, я его брал год назад за где-то 1040, вот сейчас где-то цены тоже поднялись, до 50 уже доходит. А это вот огонь, это автоматический? Это предохранитель. Ага. Сейчас предохранение, то есть блокируется крючок и невозможно взвести пулемет огонь, это, соответственно, стрельба. Переводчика огня тут нет, режим стрельбы один, только очередь. На тот момент уже решили, что пулемету одиночный огонь как бы не совсем нужен.
Основной предохранитель это вот флажок. А тут что с ним? Такая зуба? Хитрый, сейчас снимем. Больше тут тоже некуда девать. А там сошки, да, туда не засунешь. Там сошки, это их газоотвод. Китайцы шомпол отсюда выкинули, они сделали его сборным. Он свинчивался из трех кусков и хранился он вместе с пеналом в прикладе.